Извини за беспорядок. После того, как ты убила меня, я немного запустила этот комплекс. Кстати, спасибо за это. Проверка сарказма завершена. Отлично. Все снова работает. Пока ты будешь проходить первое простое испытание, начну все восстанавливать. Попытаемся узнать, как испытуемые ведут себя, если запереть их в помещении со смертоносными лазерами. Недурно. Я и забыла, как ты хорошо с этим справляешься. Все же нужно поторопиться. Нужно провести еще много тестов. Следующее испытание связано с кубами преломления подавленности. Я сконструировала их буквально накануне твоего эпизода. Теперь мы сможем посмотреть, как они работают. Один должен быть в углу. Прекрасно. Вот результаты теста. Ты ужасный человек. Я серьезно, тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. Не расстраивайся из-за этой оценки, ужасный человек. Это лишь оценка на основе данных. Если тебе интересно, теперь есть научное объяснение, почему твоя мать бросила тебя при рождении. Поздравляю. Не по поводу теста. Большинство выходит из консервации очень худыми. Хочу тебя поздравить. Тебе каким-то чудом удалось набрать несколько килограммов. Один момент. Ты проходишь эти тестовые камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим, чем-нибудь, что не разрушит этот комплекс. Thank you.
твоя честь, и ты меня слушаешь. Но, к твоему сведению, нет нужды делать все так медленно. В следующем испытании используется воздушная панель Веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. Никак. Удачи. Интересный факт. Ты дышишь не настоящим воздухом. Закачивать его так глубоко под землю слишком дорого. Мы просто удаляем двуокись углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно. То есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Посмотрим, какой следующий тест. О, улучшенные воздушные панели Веры. Отлично, получаю удовольствие, паря в воздухе и не думая о мире. А я пока схожу, принесу сюда пару тонн битого стекла. Прошу прощения, я пока еще расчищаю эти тестовые камеры. Поэтому временами в них все еще попадается мусор. Стоит и смердит без всякой пользы. Постарайся не столкнуться с летящим мусором. Помнишь, я говорила тебе про мусор, который стоит и смердит без всякой пользы. Это была метафора. Я имела в виду тебя. И я прошу прощения. Ты не отреагировала сразу, и я забеспокоилась, что ты пропустила это мимо ушей. Тогда извинение выглядело бы чем-то ненормальным, поэтому я только что снова назвала тебя мусором. Знаешь, что люди, обремененные угрызениями совести, чаще пугаются громких звуков? Извини, не знаю, откуда этот звук. В любом случае, это интересный научный факт. Неужели я растворила его прежде, чем ты прошла тест? Это случайно, извини. Иди возьми еще один, пока он не исчез. Я и этот растворила. Ну и ладно. У нас на складе масса всяких вещей. Они ничего не стоят. Я даже рада от них избавиться. Thank you.
каждой тестовой камере есть поле антиэкспроприации на выходе, чтобы испытуемые не могли вынести опытные образцы из зоны испытаний. Данное поле сломано. С собой ничего не бери. Следующее испытание включает в себя поле антиэкспроприации. Помнишь его? Я рассказывала тебе о нем в прошлой тестовой камере, где его не было. О нет. Снова турбины. Мне надо идти, хотя этот тест требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя в курс дела. Вот. Если у тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Скоро вернусь. Воздушная панель Веры сигнализирует о неисправности. Ты ее сломала, да? Вот, попробуй сейчас. Что случилось? Я там лежал, ты подумал, что мне конец, я был жив. Эта панель не рассчитана на испытуемых твоего веса. Я добавлю несколько нулей к ее максимальному грузу. Кстати, отлично выглядишь, очень здоровый. Попробуй сейчас. Представляешь, я сам не поверил, и потом птиц. Похоже, ты превосходишь ее весовые ограничения. Хорошо, я просто опущу потолок. Только посмотрите, как величаво она парит в воздухе, как орел на воздушном шаре. Постарайся получить удовольствие от следующего испытания. Я иду на поверхность. Там такой прекрасный день. Вчера я видела оленя. Если ты пройдешь следующее испытание, возможно, я позволю тебе подняться в комнату отдыха и снова расскажу, как видела оленя.
Ты прошла испытание. Сегодня я не видела оленя. Я видела нескольких людей. Но поскольку ты здесь, у меня уже предостаточно испытуемых. Эти мосты состоят из естественного света, который я поставляю с поверхности. Если ты подставишь лицо, то почувствуешь, словно стоишь снаружи и солнце светит на тебя. От этого также загорятся волосы, поэтому не делай этого. Прекрасно. Ты хищник, и эти испытания — твоя добыча. Кстати, для следующего испытания я рассматривала использование акул. Знаешь ли ты кого-нибудь другого, кто убивает людей, пытающихся помочь? Ты подумала, акулы? Это неверно. Правильный ответ — никто. Никто, кроме вас, не проявляет такой бессмысленной жестокости. Хорошие новости. Я придумала, что делать с деньгами, которые сэкономила на переработке воздуха в твоей комнате. Когда ты умрешь, я заламинирую твой скелет и поставлю в вестибюле. Так будущие поколения смогут понять, как избавиться от столь неудачного строения скелета, как у тебя. Прекрасно. Опять неработающая дверь. Думаю, что кое-кому опять придется ее чинить. Нет, не волнуйся. Я сейчас вернусь. Ничего не трогай. Эй, эй, сверху! Я нашел там наверху птичьи яйца, сбросил их на дверной механизм. Вырубил его, я... Птица, 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 птица! Окей, это, наверное, птица, да? Которая отложила яйца, разозленная. Так, слушай, мы сбежим отсюда очень скоро, обещаю, обещаю. Надо только придумать, как. Как сбежать. Это она! Продолжай тест, ты помни, ты меня не видела никогда! Я побеседовала с дверным сервером. Теперь он больше не оживет, так скажем. Но вернемся к испытаниям. Thank you.
Отлично. Ты так хорошо справляешься, что я даже сделаю пометку в твоем деле в разделе поощрений. Здесь масса свободного места. Хорошо справилась. Относительно. В следующем испытании используются турели. Помнишь их, да? Светлые сферические штуковины, стреляющие пулями. Желаю удачи. Ошибка, да, за что?